Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзоры от Паблита. Сегодняшний мой гость – это каждодневный, компактный, яркий, перезаряжаемый фонарь. Модель называется E05 от набирающего популярность производителя фонарей и аксессуаров Wuben. Давайте познакомимся с ним поближе. Фонарь поставляется в такой вот коробке в сине-белых цветах. Спереди за прозрачным окном мы видим, собственно, фонарь, разъем microUSB и шнур, в котором он перезаряжается, краткие характеристики, сзади режимы фонаря и вот такое вот решение для того, чтобы подвесить коробку, видимо, у продавцов. Давайте посмотрим, что идет у нас в комплекте. Внутри в поддоне молочного цвета находится, собственно, фонарь. Затем инструкции, гарантийные талоны. Инструкция у нас достаточно подробная. На немецком, на китайском, на английском языке. В общем-то, можно все разобрать с нее. Также у нас в комплекте идет вот такой вот мешочек, в котором можно носить, собственно, фонарь и аксессуары. Он немножко больше, чем сам фонарь. Затем у нас идет диффузор, немаловажная вещь из такого вот материала, похожего на резиновый компаунд. Две запасных резинки и темляк. И, собственно, шнур USB, microUSB. Фонарь достаточно компактный, небольшой, изготовленный из алюминия, анодированный в черный матовый цвет. Оптическая часть, ну, средней глубины, параболический гладкий рефлектор, за ним располагается Cree XPL диод, который на максимуме у нас выдает 900 люмен. Безель из нержавеющей стали, вы видите, он закрывает стекло, и если воспользоваться им в качестве стеклобоя, ну, при необходимости, то он защитит стекло. Сбоку располагается кнопка включения, выключения, переключения режимов. Она располагается на такой плоской поверхности. Сверху методом лазерной гравировки нанесен логотип производителя, снизу модель. На кнопке W, это W светится и является индикатором разряда батарей. С обратной стороны присутствует клипса, и это очень удобно. Мы всегда можем позиционировать, если клипса под указательным пальцем, то большой палец сразу же ложится на кнопку включения-выключения фонаря. Головная часть фонаря переходит в корпус батарейного отсека. Я в интернете видел, что это разные части абсолютно. У меня не удалось раскрутить его. Я не буду его зажимать в тиски. В общем-то, это две разных части. Корпус батарейного отсека круглый. По центру имеется несколько проточек. Дальше располагается кнопка батарейного отсека. Она подмагниченная посредством анодированной резьбы, она прикрепляется к кнопке корпус батарейного отсека. За герметизацию отвечает резиновое кольцо, которое располагается перед резьбой. Контактные группы мы можем увидеть. На кнопке это пружина, изнутри корпуса фонаря это контактная группа в виде круглой площадки желтого цвета. Кнопка, крышка батарейного отсека имеет накатку для удобства закручивания и раскручивания и имеет магнит, благодаря чему данный фонарь можно отличным образом крепить к металлическим поверхностям и использоваться им как источником направленного света, и руки ваши будут свободны. Вы спросите, почему я не рассказал о клипсе. О клипсе я упомяну чуть позже. Темляк, который идет в комплекте, изготовлен из тесьмы, на котором краской выбит логотип производителя. Имеет он такую вот утончающуюся часть, которая вставляется в отверстие на клипсе. Сейчас покажу, каким образом. Вот таким вот образом вы продеваете и делаете петлю. Темляк плоский, удобный, имеет регулировку по объему, и фонарь у вас всегда под рукой, вы его всегда можете поймать и включить. Если вам фонарь в данный момент не нужен, вы отпускаете фонарь, что-то делаете руками, и он у вас всегда, извините за мою тавтологию, под рукой. Диффузор
как я говорил раньше, изготовлен из резинового такого компаунда, молочного цвета, достаточно плотно сидит на головной части фонаря и при этом делает свет более комфортным, рассеивает он его достаточно ровно, позволяет читать, а с учетом того, что мы имеем магнитную крышку, мы можем прикрепить фонарь и использовать его в качестве источника рассеянного света, если вам нужен такой свет в гараже, на даче или когда дома у вас исчезнет свет. Wuben E05 всегда справится с этим очень неплохо. Давайте поговорим с вами о питании фонаря. Штатным источником питания служит аккумулятор формата 14500, который идет в комплекте. Аккумулятор перезаряжаемый, это удобно, вам не надо дополнительное зарядное устройство носить, лишь надо иметь с собой шнур microUSB и источник питания с гнездом USB. Также фонарь может спокойно питаться от аккумуляторов или батареек солевых или литиумных формата АА. При этом надо учитывать, что максимальные режимы работать не будут. Это не помеха. Главное, что вы всегда сможете найти нужный источник питания, если у вас разрядится ваш аккумулятор. Как происходит процесс зарядки штатного аккумулятора? Мы берем пауэрбанк, на примере его мы рассмотрим, подключаем к нему шнур, идущий в комплекте, и подключаем аккумулятор к гнезду microUSB. Что мы видим? Горит красненький светодиод, вы видите, идет заряд аккумулятора. Через некоторое время, порядка пару часов, аккумулятор зарядится и рядышком загорится зеленый светодиод, который будет сигнализировать нам о том, что процесс заряда завершен. Аккумулятор можно отключать и вставлять в фонарь. В фонаре аккумулятор сидит плотно, эффекта погремушки нет. Давайте с вами попробуем разобраться, как светит фонарь не от штатного аккумулятора, а от батареи формата АА и аккумулятора формата АА. Вставляем батареи формата АА, это литий. Включили. Первый, второй, третий. Максимальный не включается. Три режима. При этом индикатор светится синим и не моргает. Но надо не забывать, что литиумый АА дает немножко большее напряжение, чем штатный. Сейчас мы попробуем с вами с аккумулятором. Аккумулятор дает 1,2 вольта вместо 1,5. Попробуем. Посмотрим, что у нас будет. При включении индикатор горит красным. Включается минимальный, средний и хай режим. Три режима работают. Не работает турбо. Что я вам скажу, что это действительно очень неплохо. Фонарь всеядный. Фонарь при необходимости, когда сядет ваш аккумулятор, вы можете использовать спокойно батарейки или аккумуляторы формата АА. И без света вы не останетесь. Клипса съемная, изготовлена из металла черного цвета, двухсторонняя. Благодаря такому решению возможно крепить фонарь различными методами. Один из методов — это на ремешок часов, и у вас будет hands-free фонарь, который будет у вас светить под руку. Вот как это выглядит. Вы можете что-то делать, и при этом фонарь у вас будет подсвечивать прямо под руку. Это, согласитесь, достаточно удобно. Следующий вариант крепления фонаря — это на бейсболку в качестве налобного.
фонарь не имеет такой вот большой вес, чтобы козырек перевешивал. Крепление фонаря на ремень возможно различными методами. Это головной частью вниз или головной частью вверх. Клипса позволяет и так закрепить фонарь. При этом фонарь на ремне сидит достаточно плотно. Снять его легко, но сам он за счет глубокой клипсы никуда не денется. Обратите внимание, он находится на месте, как бы я его ни трусил. Также за счет конструкции клипсы достаточно глубокой фонарь можно крепить и на кармане. При помощи клипсы головной частью его можно разместить как вверх, так и вниз. Но удобнее, как по мне, будет крепить фонарь головной частью вверх. Вы сразу его можете вытащить. При таком размещении головной частью вверх фонарь сидит в кармане глубже, чем головной частью вниз. Также фонарь можно при помощи клипсы крепить на интерфейс Molly Pulse как головной частью вверх, так и головной частью вниз, а также прятать внутрь ячейки и крепить при этом клипсой фонарь. Благодаря такому решению фонарь достаточно надежно фиксируется на лентах интерфейса Molly Pulse. Всегда у вас под рукой, вы его можете легко извлечь, но при этом потерять его достаточно сложно. Фонарь в руке удобен различными хватами. Вы всегда можете спозиционировать его правильно даже в темноте и на ощупь. Клипса у вас под указательным пальцем, под большим пальцем кнопка. Удобен он и обратным хватом. Фонарь можно спрятать, но в кулаке его будет не видно, и быстро включить. Управление интуитивное и понятное. Кнопка достаточно тугая, самопроизвольного включение быть не должно, но если вы переживаете об этом, вы можете или электронно заблокировать фонарь, или приоткрутить крышку батарейного отсека, и тогда фонарь у вас не включится. Теперь, уважаемые дамы и господа, мы с вами поговорим, как управлять этим фонарем. Фонарь управляется кнопкой, которая расположена в головной части фонаря. При нажатии кратковременным на кнопку фонарь включается. При этом у нас включается индикатор, расположенный в головной части фонаря на несколько секунд. Вы видели, он светится синим. Если он светится синим постоянно, то это где-то 90-100% у нас заряд батарей. Если синяя буква W мигает, то у нас от 90 до 41%. Если красный горит, то у нас 40-16% примерно в батарее. Если красный мигает, то заряда меньше 15%. Все ясно и понятно. Кратковременными нажатиями мы переключаем режимы минимальный, средний, максимальный и турбо. Минимальный режим 1 люмен 115 часов, средний режим 30 люмен 11 часов, яркий режим 150 люмен 3 часа и турбо режим у нас 3 минуты. Потом переходит фонарь в 300 люмен и светит 60 минут. Также у нас в фонаре есть строб режимы. Вызываются они двойным кликом. Это строб. И двойным кликом у нас переключается режим SOS. Мы можем иметь быстрый доступ к турборежиму, когда фонарь у нас выключен и не заблокирован. Мы можем нажать и удержать кнопку включение-выключение, и фонарь включится в турборежиме. Кратковременное нажатие выключит фонарь. Также фонарь имеет функцию блокировки. Если фонарь выключен, 3 раза кликаем на фонарь. У нас, видите, мигает W, но фонарь не включается. Тройное следующее нажатие включает фонарь в минимальном режиме. Фонарь умеренно сфокусированный, с широким хотспотом. Цвет я бы его
охарактеризовал как ванильный в центре, и желтизна есть легкая по периферии. Кого-то это может утомлять. На самом деле светит на природе фонарь очень неплохо. В целом, что я хочу вам сказать. Очень мне понравился данный фонарь. Действительно, он компактный, яркий, небольшой, с хорошим комплектацией, которая идет прямо из коробки, с возможными всеми режимами индикации, с нужными четырьмя режимами, ничего лишнего, простое управление, хороший свет, что самое важное, идет диффузор в комплекте и магнитная кнопка сзади с универсальной многопозиционной клипсой, делающая из фонаря мультифонарь по креплениям. Фонарь, который светит ярко, светит действительно очень неплохо. Фонарь всеядный, который может питаться не только от аккумулятора формата 14500, но и от батареи АА. Фонарь легкий, фонарь, который займет достаточно удобную нишу в каждодневном наборе. Поэтому, если вы ищете яркий компактный фонарь, который можно спрятать в руке, ослепить противника при необходимости, подсветить себе где-либо, как направленным и рассеянным светом, то обратите внимание на Wuben i05. Я уверен, что вам он понравится, как и мне. Более детально об изделиях об Wuben и о этом фонаре я расскажу в своих обзорах. Читайте блог, подписывайтесь на видеоканал. У нас каждый день новые новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч!